очень глубокий клиницист. Ничего подобного раньше я не слышала. Курс меня заинтересовал, привлек своей новизной, поскольку я работаю эндодонтистом, но также имею хирургический опыт. И ты будешь торопиться сильно, вот, допустим, сейчас будешь поднимать наверх, есть вероятность того, что вот эту часть прикрепленной слизистой просто порвешь. Поэтому не торопясь, аккуратно. Идешь, как бы скользишь по кости. Скользишь по кости, слегка приподнимая. Назрела необходимость.